Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я і ведучий Дмитро Василесь. І сьогодні в нас в гостях Михайло Добровольський. Це не просто якась пересічна людина, це командир першої роти «Беркуту» за часів Майдану. Вітаю вас. Добрий день. От якщо от подивитись на оті буремні події, я думаю, що потрібно дивитись в перспективі. От якщо от оцінити результати Майдану, оце от дуже цікаво було від вас почути, як людини, яка тоді захищала конституційний лад. І от з вашої точки зору, все ж таки, результати Майдану, які вони? Я думаю, проще всього це узнати у людей. Можна услышать, как люди говорят в кафе, как люди говорят дома, за столом там общаются. Вот. Ну и мы понимаем все, что происходит в нашей стране. Когда ты выходишь на улицу, увидишь, что происходит. Угу. Когда ты получаешь зарплату, да? Ну, как бы результат налицо. Я розумію, що от вам, можливо, некомфортно казати от на ці події, некомфортно давати політичні там коментарі, оцінки і казати там, от тут добре, от тут погано. Але все ж таки, якщо от орієнтуватися на наших телеглядачів, я думаю, що їм дуже цікаво послухати було все ж таки. А от з точки зору працівників міліції тоді, які от захищали фактично Конституцію України, от з вашої точки зору, і от називають революцію Революція гідності, Майдан називають. От з вашої точки зору, де там була ця гідність? Чи, можливо, щось там відбувалося? От що от з вашої точки зору оці от люди, які стояли зі сторони Майдану, вкладали у це поняття революція гідності? От з вашої точки зору? З моєї точки зору, я як чоловік, служивши закону, закон має свої статті, уголовні, там, процесуальні. Опять же, Конституция тоже существует страны. Там все написано, что такое конституционный строй, как его, если даже люди стараются изменить, то как это конституционно это все делать? Допустим, путем выборов, путем, наверное, каких-то политических изменений. Ну, есть, наверное, масса шагов, которых можно изменять строй, правильно? Mm-hmm. Вот. А здесь, вот, допустим, я человек, служивший закону непосредственно в милиции, я понимал, что это противозаконно все. Mm-hmm. Противозаконно бить милиционера. Противозаконно, и существует уголовно наказуемая статья, правильно? Бить имущество государственное – противозаконно. Захват государственных строений – противозаконно. Тоже статья. Mm-hmm. И так дальше, и так можем углубляться дальше и дальше, и дальше. Все, всему будет иметь уголовное наказуемое деяние. Ну, тобто ви, як розумію, працівник спецроти, ви ж прекрасно орієнтувалися, так розумію, в законодавстві. Якийсь спецкурс був всього есть, приводу? Есть, ну, у меня есть высшее образование юридическое, я понимаю законы и понимаю, что их приступать тоже мне нельзя. Я как человек законный, извините, я не имею права нарушать закон. Допустим, переступать его каким-то образом, неважно, мне и моим подчиненным. Mm-hmm. Я не имею права сделать то, что запрещено законом, что написано в букве закона. Mm-hmm. А от я так розумію, от саме от на той час, якщо от брати ті події, вас звільнили за що? По мне началось преследование уже уголовное. Прокуратура открыла по мне уголовное провадження. И я понимал, что как бы я мне работу уже не дадут в структуре. И сигналы были еще. Да, уже началось как бы вот допросы, вот уже пытались мне меру пресечения применить. И я вот по мере еще своего пошатнувшегося здоровья после этих событий, ну, решил уйти на покой, потому что ну, и мне бы и работать не дали, ну и у меня уже здоровье надо было подлечиться, потому что очень mm-hmm. тяжело было после этих всех событий, там, знаете, травмы и все остальное. Последствия надо было уходить, потому что я уже нести службу уже так как не мог. А все ж таки, якщо повернутися до так званої революції гідності,
Відчували ви, що ці люди, які от порушують закон, якісь інші, можливо, вони дійшли до якогось іншого там розуміння закону, можливо, вони там перейняли якісь функції суддів, тобто вони вважали, що там хтось порушує закон, а хтось ні, що вони от не порушують закон, навіть коли захоплювали будівлі, коли кидали каміння, коли стріляли навіть і у співробітників поліції. Тобто, от які ваше відчуття, коли от вже от ці події пройшли, і ми зараз от бачимо от перспективи 5-6 років, що жодного розслідування немає щодо цих людей? Люди обичні. Були і, як би, і з нашої сторони, і з їхньої, обичні люди, українці, граждані, знаєте. А от то, що їм непонятным образом какие-то внушили, что это так, что это можно делать, что это можно поступать так. Это, я понимаю, была какая-то центральная какая-то команда, наверное, ну, я выражаюсь своим языком. Ну, вот людям внушили. Понимаете, как бы синдром толпы. Мы же знаем, как синдром толпы, в синдроме толпы человек самый мирный может оказаться просто преступником, убийцей там. Потому что когда толпа будет делать, и он будет подчиняться ей, будет делать, как она делает, поступать. Вот. И я думаю, что много людей было просто обманутых. Им сказали, что вы боретесь за справедливость, сейчас вы победите, и господет. Люди сейчас станут свободными, и будет полная у нас Европа, как бы, как они говорят и говорили. Вот. Но этого не случилось, потому что был обман. Mm-hmm. Если бы это была правда, мы бы сейчас это все увидели. Воочию, вийшли би на вулиці і радувались би, що ми в Європі, там, європейські граждані. А з вашої точки зору, чому навіть вже, якщо у нас президент помінявся, вже Зеленський, чому не відміняють цей закон про амністію, так звану, тим людям, які порушували закон? Тобто ми ж розуміємо, що там статті, там, вбивство, терористичні акти, грабіж, тобто ці всі статті просто списали тим людям, які от у 14-14 році, от, творили на Майдане. Я думал, это должно быть политическое решение вообще насчет этого, потому что закон криминальный никто не отменял. Каким решением был принят закон? Зачем вообще он существует? Это надо было просто в печку выбросить и написать другой. Я так считаю. Он существует, он незыблем. Его написали для того, чтобы был порядок в стране. Почему его попрали, нарушили и забыли, я не понимаю, как законы, законник, как работник милиции, пускай и в прошлом. Mm-hmm. Я вот считаю, это очень, когда на улице человека побьют, это же, ну, как бы уголовно наказуемое деяние, его будут за это судить. Неважно, где это произошло. Давайте отбросим политическую подоплеку этого всего, просто возьмем криминальные поступки людей. Вот и все, и тут ничего не надо придумывать. Берите кодекс, читайте і возбуждайте уголовні діла. А якщо дивитися навіть от про амністію, навіть представники так званих там націоналістичних кол, вони ж вважають, що от амністія – це от тоді, в 2014 році, тоді якраз був закон про амністію, що начебто такий закон про амністію був там і в інші роки. Але ми бачимо, що якщо дивитися об'єктивно, закон про амністію – це стосується тих людей, які вже відбувають покарання. А якщо людей не посадили до в'язниці, не було ніякого суду, і просто списали кримінальні справи, які на той момент були, і все. Ну, а де тут закон? Виходить так, що люди не поняли, що їм вмінили вже преступлення. Їх обманули очередний раз. Їм сказали амністія. Ну, чоловік подумав, амністія, значить, я взагалі освобождаюсь від цього. Ні, ну, как бы бумага така річ, що вона везде как бы сохраняється. Рукописи не горять, як говориться, да? По-любому, это делая, ну, круг, это когда-нибудь повернется. И эти же люди, которые их толкали на преступление, я так, ну, это мое личное мнение, эти же люди этих же парней издадут. Они просто эти преступления и выдадут в одно какое-то прекрасное время, и выйдут, скажут, да не, мы же такого не делали, а вот это граждане, которые это делали. И этих парней мне жалко просто, их потом будут судить те же люди, которые их толкали на преступление. Вот какой круг получается. А якщо от дивитись на оцю історію, от
От з вашої точки зору, от як це може відноситися до якоїсь там справедливості, таке інше? Ми зараз бачимо ситуацію, коли в нас є каста людей, які можна порушувати закон. Ми навіть зараз бачимо, що там побили там журналіста, от вбили там Бузину. Всім відомо прекрасно, хто це, що це і таке інше. Але у нас є вплив з-за кордону, там, з якихось посольств. Ми бачимо, що у нас є каста людей, на яких кримінальний кодекс та закони України не розповсюджуються. І це очевидно. І от Майдан це добре показав. Оцей державний переворот, коли він відбувся, от всі зрозуміли, що є от так звані майданівці, які можна порушувати закон, які можна вбивати, можна калічити людей, можна навіть вбивати правоохоронців. І самі майданівці, вони навіть вихвалялися цим у ЗМІ, наприклад, Іван Бубенчик, відомий цим. Він прямо розказував, скільки він вбив. Він говорив, що йому потрібно вбити саме командирів, тому що вони віддають на кази. Тобто це була така от реальна історія, яка дала громадянам усієї України побачити, що закон не один для всіх. І з вашої точки зору, ці події, які відбулися на Донбасі, оцей розкол, все ж таки причина була саме там, коли показали, що закон не один для всіх? Я думаю, в этом был корень, как бы, с этого все и началось. Началось, как бы, саму власть уничтожили людей, которые служили, допустим, нас. И вообще в целом, как саму, как, допустим, самого офицера, да, милиционера, там, военного, просто так унизили, что он ничего сейчас не значит. Вы вот заметили, как, ну, что милиционера там побить, это ерунда там, да, ничего страшного. А это не милиционер, это власть бьет. Потому что он представитель власти. И если власть это попускает и разрешает, значит, она не имеет, ну, как бы, глиняный колосс, понимаете? Она нет ни твердых ног, ни твердых рук. Это должно быть государство, это как огромный организм, которым должно быть все на своих местах. Так же и вот наша служба, да? Милиционер, полицейский, если он переступил закон, понятно, есть методы его наказать. Но, тем не менее, он выполняет государственную службу. И вот я согласен, что это началось, конечно, с вседозвольности. Бейте, крушите, делайте. И почему государство это отдало? Просто так вот на попрание, можно сказать, там, не хочу сказать грубого слова. Просто бросили просто так под ноги вот это все. Это... тих людей, які служили вірою і правдою государству. А от якщо подивитись на чисто закони, є закон про міліцію. Ну, тоді був закон про міліцію, зараз його, як я розумію, трохи переіначили. Основа та ж. Так, так, так. Тобто, якщо от міліцейських вбивають, кидають в них каміння, стріляють, погрожують, вони мали право, от ви мали право застосувати зброю? Вполне законно. Вполне законно. А чому ви її не застосовували, коли навіть стріляли в Беркут? Я маю на увазі ще до розстрілу людей на Майдані з обох боків. Тобто, якщо були законні підстави, чому не застосовували зброю? Я зайду, давайте, з другої сторони. Во-первых, було много упущено. Це вже як ітог був всьому. Упущено, тому що не можна було допустити вообще вооружение большого количества людей, потому что контроль терялся, это первое. И второе, не было контроля над вот этой массой людей. Это могла сделать милиция на первоначале, допустим. Вот он начинался, разведка же докладывала там, тому же министру, там, наверное, там еще кому-то, что происходит. Это надо было рубить в корне сразу же. Почему-то этому дали развиться, разожгли. А потом уже как итог получилось. Ну, профинансовали, что ж добре. Да, понятно. Ну, финансирование, мы знаем все, что любое преступление имеет финансовый след. Без этого ничего не будет. Никто не выйдет на улицу, никто не будет никого стрелять. Понятное дело. Почему нас не вооружали? Ну, опять же, ну, кто-то, может быть, боялся, что будет дальше. Кто-то боялся брать командование на себя. Допустим, я считаю, что должен быть ответственный человек за это и принять какое-то решение правильное, четкое, чтобы оно не вызывало сомнений какого-то, что будет применяться, не будет оружие. Надо просто четко было обосновать людям, которые протестовали, сказать, что ребята, все четко, потому что они должны были видеть четко здесь, то четкость действий.
И, может быть, к этому и не дошло бы, потому что мы все понимаем, что все серьезно. Просто вот это вот отпущение ситуации постоянное какое-то, постоянное какое-то там давание каких-то сладких пряников, то бишь вот сегодня жестко поступили, а потом опять назад там отступили, и опять все это развивается, все подогревается, все. Ну, я считаю, что это у руля, кто стоял, он неправильно поступал в априори, в начале даже. Ну, от с вашей точки зору, от якщо є конкретні факти і коли можна було застосовувати зброю, а зброю не застосовували. Тобто, я так розумію, ваші командири просто не давали добро на це. Тобто вони фактично давали вказівки, які суперечили закону про міліцію. Получилось, звісно. Якщо ти, ну, как бы видиш, що твій личний состав поражается огнестрельным оружием, огнестрельными ранениями, конечно, надо будет принимать какое-то решение. Либо полностью уходить, там, допустим, выставлять, допустим, какие-то уже более мощные средства, допустим, ну, бронемашины, там, да, спецподразделения какие-то вооруженные, там, допустим. Вот, это уже можно, ну, я не знаю, там, применить армию, допустим. Ну, чтобы поставить этому конец, сделать фильтр такой, допустим, взять в кольцо людей. Кто там протестующих мирный, пожалуйста. Ну хотя бы через металлодетекторы пропускать. Просто надо было это сделать один раз. И не было этих убийств. Увидели, что идет уже. Нельзя было подставлять безоружных милиционеров под пулі просто. Перше ранення вже треба було приміняти якесь рішення. А от тоді була ситуація в плані тиску саме на співробітників міліції на той час. Поясніть, будь ласка, от до ще от 20-х чисел лютого, от січень, яким чином відбувався тиск на правоохоронні органи? І ми ж розуміємо, що вбивати правоохоронців наче почали ще задовго до тих подій, які сталися на Майдані. Да, давлення було огромне, психологічне, моральне. Якби отак люди виходили на службу, і їх спеціально провоцировали на якісь ситуації. От много там, те же патрули ГАИ, там, останавливали специальные активисты и раскачивали ситуацию, специально там провоцировали милиционеров на конфликт, снимали на камеры, тыкали там микрофоны под нос, чтобы милиционер выходил из себя, какие-то делал неправильные вещи. Так же было и в нашем подразделении тоже. Ну, это, оно все с этого и начиналось, как бы раздергивание вот так. А що відбувалось потім? Тобто вже були погрози, були вбивства міліціонерів там десь коло гуртожитків, наприклад? Ну, у нас було вбивство під общежитие, йшли міліціонери зі зміни, міліціонери ДСО, і група чоловік там з обрезом вистріли прямо в лицо йому, там, цьому міліціонеру, він погиб. Ну, от, і... Как бы я не знаю судьбу дальнейшую этих ребят, что с ними там случилось, как, то ли их судили и не судили, я вот не знаю. Вот. Ну, факты такие были. Были факты, я уже рассказывал на одной из передач, как приходили под общежитие, люди там сделали инсценировку, разложились там на землю, поливали кровью все и снимали на камеру, или нас побили беркута тут. И эти жены выходили, этих наших сотрудников, на это смотрели все и рассказывали нам эти истории. Ну, просто до абсурда доходило, знаете. Потому что провокации были постоянно. А если вот подивитися от на ситуацию, от інше, я так розумію, что Київський Беркут був на базі розташований. Правильно розумію? Коло автовокзалу. Да, да, да. Я от прошу вивести картинку з мого. Це от та база. Да, Краснозвездный 152. Тобто я так розумію, що от там на території цієї бази от тут знаходиться жилий будинок. Це, я так розумію, там сім'ї були для співробітників правоохоронних органів чи як? Ну, тобто розкажіть про цю базу. Да, от там у нас общежитие, от это вот здание, от саме, ну, слева крайне. Это общежитие МВД. Ну, оно принадлежит не только Беркуту, там все службы там.
со всего города, можно сказать так. Милиционеры просто служащие люди. Семьи, там, понятное дело, там они проживают. Там, семейные, тобто, там прямо на базе такие местечко таке маленькое, да, да, там да, так и точно. Семьи жили, и співробітники да, правоохранных органов. Да, да. Ну, вы понимаете ситуацию, когда там, допустим, окружили этот полк, и это, эти жены и дети там, в какой истерике они там находились, конечно. А там, конечно, я так разумею, что всю базу взяли в облогу. Да, да, да. Некоторое время мы были, конечно, под прицелом жестким таким. Тобто вам погрожували і вашим сім'ям погрожували, чи як? І я так розумію, що співробітникам сім'ї, які були на цій території, фактично вони в заручниках опинилися з сім'ями, правильно? Ну, звісно. Ну, как бы, исходя из ситуации, многие там, кто мог куда вывезти свои там семьи, там, ну, а кого не получалось, там, или там нет родственников, допустим, там некуда вывозить, ну, так они сидели там, жены, дети там. Угу. А не було від керівництва наказу, щоб розблокувати? Ну, ви ж так розумієте, там розумію, ж купа зброї, тому що це ж база. Елементарно, я думаю, що це все могло трапитися. Тим паче, що вже йшли такі сутички на Майдані, вже були випадки, що співробітників поліції в міліції вбивали. Тобто, от яка була от атмосфера серед людей, які були настрої, якщо є зброя, а її просто забороняють використовувати? Можливо, це ж все ж таки російською мовою предательство від керівництва? Ну, по суті, так і вийшло в кінці. Предательство мы получили. Допустим, ну, я так грубо скажу, сейчас генерал взял чемоданчик и поехал, а свое войско оставил на поле боя, там, ну, можно сказать, на зарез там, да? Делайте с ними что хотите. Ну, это же неправильно. В лучшем случае... Ну, тобто, базу оточили с вашими семьями, а вам дали наказ, чтобы не стреляти? Ну, мы и сами уже понимали, что как бы командования нет. И как бы ситуацию обнажать еще более, как она есть, уже, ну, мы тоже на себя такую ответственность не взяли. Это уже, мы понимали, если будет последний бой, то когда уже нас будут уже непосредственно убивать, конечно, будем защищать. Ну, еще базу уточили и... Ну, как бы все делали для того, чтобы, может быть, была провокация, но ее, слава богу, не... Произошло, и как бы благодаря, наверное, каким-то людям, которые там тоже, наверное, были с разумом, потому что они же понимали, что у нас там арсенал, и мы будем защищаться в центре города. Ну, никому это не надо было. И я думаю, что там где-то, благодаря Богу, там тоже оказались умные люди. От я так розумію, якщо от поясніть, коли це відбувалося, коли базу цю взяли в облогу? Ну, це вже непосредственно 20-е число. 22-е, 23-е, там, вот, когда уже вывели все войска, все подразделения милиции из центральной части города, и мы уже поехали на базу. Угу. С нами, как нам, на базу еще приехали Луганский Беркут, ППС Николаева. Это я еще помню, потому что я с госпиталя вернулся быстро. Угу. Вот. Застал эти подразделения еще у нас. Угу. Они не знали, куда ехать, что им делать, как поступать. Все им как бы дороги отрублены. Командование никаких слов не подает, потому что его нет. Вот, понимаете, ну как бы такой немножко так... Тут все поехали, немає кому. Да, ну как бы команды нет. Как бы вот на Майдане все нами командовали там, а потом раз, и уже никого нет. Все трубки не берут там, понимаете, вот как поступили некрасиво. Угу. Как вы сказали, это предательство, конечно, предательство. Угу. Это не по-офіцерськи, я считаю. От, якщо подивитися на ситуацію, я так розумію, тоді, коли базу взяли в облогу, там були сім'ї, ну це фактично, якщо була хоч якась іскра, то там, я так розумію, було більше, ніж 100 загиблих. Да. Там була не небесна сотня, а, мабуть, небесна тисяча. Ну, я думаю, що ми там точно б всі погибнули. Вот. Ну, і, как бы, і много, конечно, було кровопролиття, і ще я себе... Даже не представляю, що могло би там бути. А от яким чином от вам дозволили виїхати? Тобто, що сталося, от, що і сім'ї, я так розумію, і співробітники Беркуту, вони змогли виїхати, і яким чином все ж таки не було, не відбулося цього кровопролиття? Розкажіть, от, як це відбувалося, і хто це організував? Можливо, там якісь там лідери Майдану? Да,
как бы мы тоже старались идти на диалог. Там у нас остался замкомандира полка Андрей. Ну, якщо я так розумію, був би якийсь нормальний діалог, вони б не окружили базу. Ну, да, они же не понимали, они тоже наши намерения, я так думаю, не понимали, что мы... Ну, мы тоже не знали, что нам делать дальше. То бишь, в облоге сидеть, это надо что-то делать. И бой принимать, это тоже уже последнее дело. Надо было что-то как бы говорить, искать диалог, что-то говорить с кем-то, ну, наверное, с какими-то людьми трезвыми. Вот. И как бы я же говорю, что наш замкомандира полка там, он взял командование на себя, он ездил к командованию, к Авакову, я знаю, ездил в Верховную Раду, там интересовал. Потом к нам приехали в полк депутаты от партии «Свобода», Михаил Чишин. Вот. Mm-hmm. Я недавно вот на передаче с Еленой Бондаренко вспомнил это, mm-hmm. этот факт. Ну, факт был такой. Вот. Они, ну, как бы зашли, понятное дело, к нам и начали диалог. Потому что они встретились с нами, там, пообщались. Они поняли, что мы тоже, как бы, у нас ситуация, что и нас немало. Думаю, что, ну, как бы трезво, наверное, оценили обстановку, и что-то начало происходить, как бы. Уже начались потом совместные, нас там приехали афганцы, которые были, ну, афганская сотня к нам, mm-hmm. полк. Мы договариваемся, чтобы уже, как бы, эту облогу мы вместе, как бы, нести службу, можно сказать так. Они уже, как бы, гаранты того, что они у нас на территории, что мы никаких проявлений не проявим, как угу. бы, враждебных. И с той стороны они тоже имели диалог, потому что люди разные приезжали. Ну, да, за рахунок тих афганців, які от стали тим бар'єром, я так розумію, що вас не атакували і не захоплювали вашу базу. Вони стали там, я так розумію, щитом, яким... Ну, они стали нести службу вместе с нами. Там, знаете, вот они зашли к нам на территорию там, по договоренности. Они были у нас, как бы... Было уже какое-то там, со временем уже возникло какое-то доверие. Да. Суспільное, я так розумію. Более-менее уже колектив... ситуация начала как-то смягчаться, понимаете, уже так как-то. А яким чином так от сталося, що, незважаючи на те, що база була в облозі, вдалося вивезти сім'ї і співробітників «Беркута»? Тобто це, хто це організовував, хто за цим стоїть? Є така організація, ніхто крім нас, якщо ви знаєте, там, київська, всеукраїнська, извиняюсь. Вот. Александр Ковалев, ее, ну, как бы, руководитель. Это человек, который, ну, пришел на помощь в трудную минуту вообще для подразделений не только нашего, а и для других. Этот человек помогал выезжать семьям, людям с подразделения, покидать его хотя бы для, ну, защитой какой-то, с договоренностями, чтобы люди эти выезжали и не случился самосуд. Суд такой беспредельный, чтобы там людей не казнили там, и не допустил он кровопролития просто. Благодаря ему. Но... Угу. Ну, я так розумію, що громадська організація тоді допомогла співробітникам. Да, включилась. Ну, как бы вам скажу как. Люди все обстреляны, люди военные, с понятием воинского братства, с понятием ситуации, пришли вот сюда и сказали... Ребята, мы вам поможем. Понятно, они тоже рисковали многим. Они рисковали и жизнью, и авторитетом, наверное, многим. И там еще больше, я, может, мало сказал. Но, тем не менее, пришел человек, и ребята, афганцы, и пришли, и начали помогать нам. Mm. Ну, а от від командирів, які от кудись пропали, я так розумію, що от вони заборонили використовувати зброю і зникли. Ну, не вважаєте ви, що все ж таки, так, що це все ж таки спланована така акція, щоб фактично залишити державу без керівництва, і щоб просто ті, хто там стояли на Майдані, просто прийшли, да, і сіли у владні кабінети? В моєму розумінні, мабуть, так. Ну, это сугубо мое мнение. Ну, как можно было просто взять и убежать? Ну, понятное дело, страх был у всех. Люди все боялись. Страх перед неизведанным. Знаете, это самый, наверное, большой страх у человека, который не знает, что будет завтра. Ну, вот вчера было так, а сегодня как? Угу. Звонки никто не берет. Там генералы все оставили свои кабинеты и уехали. Остались там... полковники, там, командиры подразделений, там, они молодцы, остались. Вот многие там говорят, да, Кусюкешу, Кусюк, там. А я считаю, что он поступил правильно. Он
свое подразделение привел в расположение, разместил, дал команды, оставил зама. И, понятно, он уехал, ну, его тоже могу понять. Там был тоже... Его могли просто разорвать на кусочки, наверное. Ну, как-никак, он командир подразделения. Ну, вот. И, ну, он уехал. Я опять же говорю, с помощью там ребят, которые помогали. А от ви знаєте, що відбувалося з беркутовцями, які потрапляли до майданівців? Що робили? Тобто, от з вашої точки зору, як це було? Пишіть. Я вам скажу ту історію, що я сам попадав. Я в ніч в 19 февраля попав теж в плен, як би. Ну, от. Сказать, я получил контузию, ну, взорвалось какое-то устройство, я не помню ничего, просто потерял сознание, вот, и после потери сознания там кое-как я пошел в себя, очень тяжело было прийти, потому что ты лежишь и не понимаешь, жив ты или не жив, ну, конечности нет, допустим, ну, ты не чувствуешь, мозг не дает команду, и ты не понимаешь, живой ты там или не живой, или там калека уже, ну, слава богу, как бы силы ко мне вернулись, я встал, ну, получилось, что была нам команда отступать. И в этой суматохе я и потерялся, меня и забыли там. И я, не видя ничего, вот как бы встал уже во весь рост. Там. Меня захватили ребята с Майдана, там, ну, начали бить, понятное дело, палками там, и всеми средствами. И я уже, наверное, ничего не чувствовал. Или еще ничего не чувствовал. Вот, да. Вот. Тобто це була така стандартна практика, якщо захоплювали якогось беркутівця, то його били спочатку. Да, да, да. І як мене затягнули за сцену Майдана, оказалось, що там ще 4 моїх бойця. Один лежав, Сережка, в лужі, там, в крові своїй, у нього було надрублено плечо, тобто передня частина. Ну, я вже на передачах розказував об этом. Часть плеча була просто перерублена, тобто дельтовидна мишця передня там була розрублена. Вот, там. Тобто, що топором якийсь ударили? Я розумію, так. Да, я розумію, що топором. Он не пам'ятає, тому що він теж вже все в несознанні був. Вот. Ну, видно, розсечено просто пополам. Вот. Я його видів, не чорний, ну і я такий же чорний, там закопчений, всі там грязні, побиті. Вот. І чому-то потім раз так якісь люди прибіжали з топорами, там один дуже визжав, там просто кричав, там, пытался мене там унизити, там, і кричав, що тільки казніть, тільки казніть, і казніть, і казніть. У нього так вот плевался там. І я, наверное, ще не розумів, що відбувається, ну, я так розумію, що це могло случиться. Угу. Вот. І благодаря людям, там, спасибо Шкиряку Заряну, вот. Они, так, я так понимаю, он там вместе с Аваковым были там где-то рядом, и он просто меня узнал. Мы раньше друг друга знали, вот как общались так. Ну, и он смог просто нас вытянуть оттуда. Потому что, ну, была бы казнь просто. Ну, всенародная там. Просто как бы такая суд лича. Зрозуміло. А вот якщо брати ті події, от співробітники Беркуту, от з вашої точки зору, могли там якимось чином не виконувати накази? Ну, були законні підстави от, в рамках закону про міліцію? Ну, якщо, знаете, от багато об этом всі говорять, от незаконно. Я вже тисячу раз говорив на всіх передачах. Укажіть мені місце або статтю, де написано, що таке незаконний наказ. Тобто ж определення должно бути, да? Незаконний, я розумію, незаконний наказ, це якщо мені говорять, допустим, йди там, розстріляй там мирних людей там. Может быть, человек там, может, командир с ума сошел, правильно? Угу. Естественно, этого не выполню, потому что у меня есть свои на то понятия, как я могу расстрелять безвинных людей, там, меня никто не стреляет, я не, ничего не, они ничего не делают нам и вообще не составляют никакой угрозы ни нам, ни гражданам. Угу. Вот. Это я, вот, допустим, это я от себя. А другой человек скажет, а я считаю, что незаконный заказ, это вот... Вот то, что ты служил, допустим. Ну, как, допустим, органы прокуратуры мне сказали. Вот, я говорю, ну, получается, я служил, это уже было незаконно. Тобто на вас, я так розумію, завели кримінальні справи? Да, у меня три уголовные дела, да. Так в чому ваша вина тоді? Ну, основна, я так розумію. Задержання активістів Майдана. Тобто якщо ви затримували людей, які порушували закон, тобто в цьому ваша вина? Моя вина, да. Тим більше, як люди жалуються, от нас от жорстко там задержали. Ну, як вам сказати?
жестко, может быть, задержали когда-то кого-то. Ну, в той ситуации, я не думаю, как там надо было задерживать. Ну, не за ручку же сажать в автобус. Uh-huh. Да, движение постоянно какое-то идет. И мы на стреме, и та же сторона, тоже люди готовы были ко всему всегда. И пускай как мне не говорят, что там вы вот мирных демонстрантов, ну мы же видим, какой там мирный был протест. Мы все видим, и ну, зачем это уже обманывать? Что разве это были там дети, там, которые никого не били там, или там были бабушки? Да ну, не может быть такого. Мы задерживали молодых парней, красавцев, спортивных. Mm-hmm. Вот, что им делать честь, как бы, ну, я считаю, что если их, допустим, если мы их задерживаем, значит, мы их задерживаем. Значит, есть приказ у меня какой-то, или там нет у меня приказа, но я вижу ситуацию, правильно? Какая mm-hmm. происходит ситуация, допустим, бьют моих, или есть угроза моему подразделению, да? Как лучше потерять или покалеченных бойцов иметь, либо сразу предотвратить любое какое-то незаконное действие. Uh-huh. Ну, вот я так считаю, я как командир, я принимал решение, естественно, где можно чуть быстро, допустим, тем более надо выполнять было все команды быстро, потому что надо все быстро, потому что настолько была замассированная вся обстановка, что если ты малость где-то чуть помедленнее все делал, уже толпы народа, и уже тогда мы уже бы пострадали. Ну, то бишь, понимаете, какая-то в песочнице. А от якщо от подивитися, ну, і з моєї точки зору, от дії співробітників міліції тоді, вони були, ну, по міжнародним стандартам дуже м'які. Дуже. Якщо я дивлюсь, як у Франції розганяють протест, там, якщо там просто лисе не сподобалося поліціянту, да, він да. підходить і б'є прямо, і нічому собі не відмовляє. Ну, якщо нас... дивитись на, як в нас виконували накази, ну, це не європейська практика, це якась практика, ну, дуже ліберальна. І щодо цих подій, я так розумію, що це, мабуть, і стало причиною, чому ці протести далі і далі і далі Конечно. Набрав оберти, і це призвело фактично до державного Конечно. Перевороту. Якщо б одразу же примінили адекватно і правильно і силу, і методи, нічого б цього не було. Просто, во-первых, треба було одразу прекратить финансовые потоки. На это была возможность. И в СБУ, и в милиции, вот, я думаю, и во всех органах. Ну, что-то почему-то так не получалось. Почему? Не ко мне вопрос. Понимаете, я не знаю. Почему? Это делается, любое преступление нужно, я считаю, в корне убивать. Понимаете, как говорится, знаете, как китайские есть такие вот Лао Цзи пишет, да? Предотвращать лучше. Да, до боя надо победить, до боя. То бишь, бой не должен состояться, это самый лучший бой, который не состоялся, мы знаем. Угу. Допустить вот такое кровопролитие, такую массу народа, такое, ну, как бы, полная так раскрепощенность такую, ну, вот это есть сразу и результат получился. Угу. Люди получили, как бы, то, что оно сейчас есть. А вот... Допомагали тоді люди саме співробітникам міліції? Ви це оцінили, ви це бачили, ви це відчували? Звісно. Ну, много приходило людей, приносили там їду, носки какие-то там, просто ребята деньги приносили. Ребята, возьмите, ну где я буду применять? Ну куплю я там 50 пирожков, допустим. Ну, примерно так, да. Вот. Люди приносили там какие-то там сапоги, кто-то принес там ботинки теплые. Ну, вот молодцы. Вот, много людей приходило. Подразделения помогали, которые, допустим, не участвовали. Милиционеры приезжали, говорят, ребят, мы не участвуем там где-то в райотделах. Там, вот от нас помощь. Ну, вот, приятно было, конечно. И мы же понимали, что ну, как бы Украина разделилась на два лагеря. Хто за, хто проти. А ви тоді думали про те, що буде дуже сильне громадянське саме протистояння, що Майдан так просто не закінчиться? Чи ми тоді все ж таки були зовсім інші думки просто вижити? Лично я рассчитував на те, що как бы, разум ну, победить. Что найдут какой-то консенсус, и все ну, становится, как бы все процветает. Я так думал, что так все и делается. Там, пошли к Януковичу, там уже на все согласился. Ну, в моем понимании, я там же не знаю этих подковерных там. И, uh-huh. вот, и мы все были уверены, что все закончится.
Какие-то будут переговоры, какие-то мысли, какие-то слова, там, будут какие-то делегации, все-все-все. Мы вообще, мы очень на это рассчитывали. Конечно, мы не хотели ни противостояния, тем более все устали. Как и майдановцы, так и мы устали. Очень, конечно, это морально и физически устаешь. Но мы знали, что будет победа там, мы знали, что все закончится хорошо там. Мы даже себе представить не могли, что может быть какой-то исход такой. Зрозуміло. От з вашої точки зору, от як ви вважаєте, чи вистачить політичної волі у Зеленського все ж таки відмінити цей закон про амністію і дозволити правоохоронним органам розслідувати кримінальні справи щодо майданівців? Ну, це стосується і подій на Майдані, і 2 травня, і інших політичних вбивств та іншого. Поки я цього не бачу взагалі. Понимаете, якщо б якийсь хоч такое поползновение было к тому, что ну давайте уже как-то будем что-то делать. А ситуация мне похожа, как было на Майдане. Никто не может договориться. Никто не может пойти сделать шаг. Либо не умеют, либо не хотят. В данной ситуации, наверное, не умеют, мне так кажется. Ну что все вроде бы говорят, слова хорошие, класс, ну все хорошо. Ну, вважаете, что это дежавю? Что-то такое, в этом что-то есть. Предательство, да? Что зараз предательство? Ну, я уверен, и не хочу быть пророком в этом плане. Я не хочу, чтобы предали также полицейских нынешних, которые что-то делают, военных, достойнейших людей. Я не знаю, это люди просто герои. Я на них смотрю, это люди, которые там в боевых действиях там, без бронежилета. Потому что их нет просто у них. Это ну, я сам лично говорю, я видел это. Дякую вам. На жаль, час нашої програми вичерпано. З нами у програмі був Михайло Добровольський, колишній співробітник спецроти «Беркут». Це була програма «Без протоколу». З вами був я і ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!